Здарова, бойцы! Продолжаем с вами проходить Assassin's Creed 2. И сегодня мы с вами, наверное, поразгадываем истины, вот. И... Что еще? Поразгадываем истины, дособираем, наверное, сокровища. Тут осталось всего ничего их. Вот, перышки. Также у меня тоже на карте тут показано всего... Только 4, наверное, осталось этих перышек найти, в принципе... Отправимся к Леонардо, ну а дальше уже посмотрим по времени, если успеем, то фрагмент с вами выполним. Ну что, давайте, вот отмечено у меня на карте уже, где находится истина, отправимся туда, поищем ее там. Так, сразу тут. И, надо, наверное, для начала розыск свой сбавить немножко. Так, где-то, наверное, где-то здесь. Полагаю, он проживет еще минут 5. Ну, ты не какай, пожалуйста. Я проживу, наверное, лет 5. Так. Окей, где-то здесь у нас. Вот она. Он сошел с ума. Так, отлично. И, в принципе, еще... Что там орешь-то, блин? Ты разговорчив, да? Будь осторожен, друг. Ты мне... Следи за собой, будь осторожен, нам говорит стражник. Так. Еще один плакатик сорвать, и мы, в принципе, можем спокойно разгуливать. Ну, как бы и так можем спокойно разгуливать. Если что, будут приставать, можем замочить. Да, что ты? Рискованно. А, все. Ладно, давай на крышу. Куда же мы без крыши? Даже мы без крыши, чуваки, тут сборище гопников. Так, на этой церквушке, что ли? Где то? Голубки здесь. Так, 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 не падай, не падай. Давай-ка мы свое орлиное зрение сейчас используем. Где-то, короче, здесь находится у нас истина. Вон она. В целом, они были героями, но, понимаешь, линия прервалась. Хорошие люди гибнут в паутине истории, а остальные присваивают чужое. Так, братья, получить доступ к файлу. Окей. А. Ну, такую штуку мы уже разгадывали, в принципе. По идее. Надо тут картинку собрать. Так, что-то вырисовывается, я что-то. А без разницы, вверх ногами, там не вверх ногами. Так что ли? Ай-яй-яй. Так. Так.
Или, наверное, вверх ногами, да, я тут замутил. Так. Погоди, руки, руки. Вот так. Вот так. Наверное. Все-таки надо там не тут, тут не, не без разницы, вверх ногами, не вверх ногами, получается. Вот. Так, и сказал сатана Каину: поклянись горлом твоим, и ты расскажешь, умрешь. Следующее. Ах ты, нифига, смотри, я эту кручу, а нижняя прокручивается. Неплохо. Как у них тут начало-то? Наверху ноги, что ли? Получается так. Это так, что ли? Иди. Посередине. А. Вот. Вот так. Да блин. Вот так. Теперь. Вот. Вот я начало нашел. Вот оно. Блин, а теперь это прокручивается. Так, я угадал, нет. Фигушки. Что-то здесь. А, ну вот, в принципе, да. Вот, все, четко. И было это сделано тайно. Окей. Так, ладно. Что у нас здесь? Так. 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 Ах ты. Опять эта штукенция тут прокручивается. А? Ну, приноровились вроде и сделали быстро уже эту третью. И сказал Каин: воистину я Махан, владетель великой тайны. Еще одна. О, а здесь черно-белая вообще. Это уже посложнее, наверное, будет. Наверное, скорее всего. Ух. 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 Так. А блин, ты нижний крути. А. Не могу понять. А, вот, вот так. А, опять нижний крути. Погоди, вот эту.
Или... Вот так. Ох. Будьте все вместе. Вот так. Блин, эти вместе теперь крутятся. Задрали. Так. Сиськи. Жидкие. Вот так. Вот так. Так, и самая верхняя. Да. А. Да блин. Ох, это посложнее. Это чертовка посложнее. Так, вот. Все, разгадали, можно сказать. Да, все, разгадали. А потому и назвался Каин Властитель Махана, и он хвалился своим нечестием. Все, хорош, хватит, нет? О, все, 4 штуки мы разгадали. Каинова печать. А, да ладно, надо еще что-то тут. А, или нет? Все нормально, далее. Пароль найден. А чтобы ввести пароль. Все, отлично. Что, воспроизведем, да? Смотри. В смысле? Воспроизвести все. Ну, до сих пор мы ни хрена не понимаем, короче. Они бегут, бегут, библиотека. Это тайный ход, что там в потайном ходу, неизвестно. Так, ладно, окей, хорошо. Так, дальше у нас пёрышко находится где-то... Так, оно находится где-то здесь, вот где сокровище. Где-то здесь. Раз соберем, пойдем. Вот это я не рассчитал что-то. Что это так? Ладно. Я, по-моему, первый раз сдох вообще за всю игру. Первый раз. Так, а что у меня маркер? Маркер исчез, что ли? Блин. Ладно. И вуны отвалите. У меня нет времени вас слушать. И мы слушали уже вас. Так. Угу. Вот с этой стороны. Так, короче, где-то перышко здесь. Вот оно. Отлично. Что сразу стрелять-то? Иди нахер. Так. Отлично. Дальше. Дальше у нас следующее перышко. Следующее перышко у нас находится где-то вот... Где-то вот здесь. Примерно где-то здесь. Опа. Охрана. Пойдем по крыше. Слезай немедленно. Иди ты.
Так. А, только не прыгай. Я все-таки прыгнул. Ладно. Так, окей. Кто-нибудь видит перышко? Я не вижу. Ты видишь? Повыше взобраться. Так. И не видно, может, мы его брали. Тоже как вариант. Может быть, и брали. Что ты здесь делаешь? Он там, не дайте им. Заткнись. А, деньжищу. Куда покатился-то? Деньги? А деньги? А деньги? Три флорина всего. Да, наверное, скорее всего, брали здесь мы перо. Потому что я в упор не вижу его. Хорош. Хорош. Дальше. Дальше у нас пюре. Фу, пюре. Перо. Перо находится вот. Это вот здесь. Ну, я думаю, и оно, в принципе, недалеко, но и я думаю, то, что мы бы его видели отсюда. Если, конечно, оно в какой-нибудь дыре там не запрятано. Да? Да. Ну, окей. Мы, походу, его тоже брали. Это перо. Ну, еще раз повторюсь, если оно, конечно, в какой-нибудь жопе здесь на стенке не висит. Ладно, хорош. Окей. Дальше. А дальше у нас вот здесь истина. Погнали. Истину, истину. Так, а сколько там дополнений ко второй части-то и игр? Я знаю, там, по-моему, братья, да, по крови. Вот одно из дополнений. А дальше какие? Просто чтобы... У меня, по-моему, куплена только оригинальная игра. Там эти же дополнения, их, по-моему, отдельно. Да, чё, блин? Это чё? Что сейчас было? Ладно, я сделаю вид, что я ничего не видел. Окей. О чем я? А, дополнение, по-моему, я так понимаю, надо отдельно, да, докупать. Они как отдельные игры идут, по-моему, да? Ну, если я не прав, то пишите в комментариях, ну поправьте, короче, поясните мне. Так. А, да ладно, мы ее открывали уже. А, нифига себе, прикольно. Мы эту штуку уже разгадывали. Ну, тогда чего тогда? Тогда идем вот сюда. Здесь у нас последнее перо, в принципе. По моей супер-пупер карте, которую вы прислали. Последнее перо. И как раз рядышком там находится истина. Если, конечно, мы ее тоже не разгадывали.
Здесь мы разгадали на этой карте, по-моему, вот не считая сегодняшней, по-моему, штуки 3, да? Эти истины. А на карте их всего здесь 5. 5. 4. Короче, еще одна должна, по идее, быть неразгаданная. Ну и перо, в принципе, тоже, я думаю, может, мы уже брали. Возможно и такое. Так, окей, Спедоледи Иночентий Смоктуновский. Так. Перо, походу, брали. А, нет, фигушки, вон оно перышко где. Заныкали, ты смотри куда. А как мне ее взять? Мысли. Ага. Так, погодь. Что за трэш? Как мне взять это перо? What the fuck? В смысле? А, все, отлично. Вот так. 28 перей здесь. Взяли. Так. Здесь истина. Где-то истина. Наверное, на крыше, как все. Так, чувак. Не сбивай меня. Не мешай мне. Видишь, я делом тут занят. Херней страдаю. Он мешает мне тут. Окей, где тут у нас истина? Она находится... А! Она вообще не здесь, она вот здесь. Она чуть подальше получается. Но! Ох ты, козёл, а! Молотком вообще-то гвозди забивают, они людей бьют. Слышал о таком, нет? Опять покатился, деньги мне ведь дай. Деньги! Метательный ножик у него забрал. Да ладно. Пожалуй, мне тоже надо придумать, как оставаться в форме. Займись спортом, дебил. Будешь в форме. Окей. Что-то мне подсказывает, что мы здесь брали. Что-то место да более знакомое. Да, так и есть. Здесь мы разгадывали. Ну и, наверное... Вот это, вот здесь. Сейчас, погоди. Вот здесь мы тоже разгадывали, наверное, да? Получается. Походу мы вообще здесь все разгадали, получается. Ну давай сбегаем. Если она, короче, разгадана, то побежим к Леонардо. Жеж. Уже же побежим к Леонардо ж. Слезай, Стронзо! Ладжу! Иди ты. Стронзо. Ладно, деньги оставь при себе. Все равно там какие-то копейки пихаете мне на больше. Вчера он такой просто самоуверенный, знаете, этот полицай. Я убью всех нарушителей. Закон будет... как его?
Закон будет превыше всего. Так, походу я здесь уже отгадывал. Потому что она не красная здесь. Ладно, окей. Нахрен с ним. Давайте пойдем к Леонардо. Я так далеко бежал, короче, сюда. Очень забавно. Жизнь у кого-то веселая, походу. Забавно ему. Смотри. Икон. Что? Видел стрелку, да? Ладно. Ладно. Так, пускай нам сейчас на Леонардо что-нибудь разгадает, да? Наверное, какие-то улучшения будут. И, в принципе, смотри, у нас 10 косарей. Можно было бы купить себе новых доспехов. Немножко прокачаться, короче, себе сделать. Стоп. А разве где-то здесь Леонардо живет? Что-то. Он же, по-моему, в другом где-то месте, нет? Ходи, не стесняйся, я всего лишь лекарь. Я рад за тебя. А, ну я и говорю, ты дальше просто. Я и говорю, что Леонардо где-то у нас дальше. Так, вот где-то здесь он, короче. Подходите, уважаемый клиент. Да, у меня высокие цены, но я обслуживаю. Нашли. Леонардо. Эцио, так рад тебя видеть. Чем могу помочь? Ага, ты нашел еще одну? Невероятно. Одну мы, по-моему, несколько находили, не? Думаю, я нашел ключ. Нужно просто переписать эту строку и... Точно. Держи. Все, что ли? Погоди. А, получен квадратик здоровья. Хорошо. Хорошо. Я-то думал там. Продаются только лучшие товары. Если вам противна роскошь, то даже не заходите сюда. Или может на этом. Погоди. В чем купить можно боеприпасы, короткое оружие, доспехи, ремонт? Нет. Денег, сеньор? Какая жалость. Деньги есть, у тебя цены бешеные. Наверное, на вилле. На виллу, когда сгоняем, мы, короче... Купим себе доспехи какие-нибудь. Я думаю, так. Окей, смотри, здесь у нас... Сокровище осталось. Ну, давай, наверное... Чё? Нет, давай. Да. Соберем, короче, сокровища. Так, у нас такая сегодня серия будет. Чисто ползать, лазить. Вот. Сокровища. А фрагмент уже начнем, наверное, прям с самого начала следующей серии. Фрагментик. Куда ты нырнул? Ты дурак или где? Ты что творишь? В принципе, знаете, было бы прикольней, если, ну, знаете, другие какие-нибудь задания вот в Ассасине, да, допустим, не вот эти вот там сундуки искать, ну сундуки ладно, не перья там, допустим, искать, да, а какие-нибудь другие там, задания, вот вначале, допустим, было, да, там, да, доставить письмо там курьером, да, там, на время побегать там,
эти гоночки там всякие, типа на перегонки побегать. Не подходи! Вот. Вот таких заданий, знаете, там типа вот Лавеласа, да, мы там морду чистили чуваку, который изменял, да, там, своей жене. Вот таких вот заданий, знаете, а не этот, а не вот это вот все. Было бы прикольно. $25 короче, у нас в сундуке. Окей. Ну, еще как раз вот два они рядышком находятся. Эй. Вот, быстрей, быстрей, скотина! Я ж тебя даже не тронул. Ты что? Ты что так быкуешь-то? Он проживет еще... Ну что, еще? Ну давай, мне понравилось. Давай еще. Подходи, я выпущу тебе кишки. Вот забавный способ передвижения. Быстрей, танцуем. Быстрей, скотина. Святая Мария, что он затевает? Остановись, от судьбы не уйдешь. Он там в стену кричит. Чувак. Вперед, Боря, Боря. Боря, какого-то Борю там. Боря, Боря. Вперед, Боря, Боря. Чувак успокоился. Он, короче, нервный срыв был, знаете. Мужик, он стоял на посту долго. Видать, днями, ночами стоял на посту, короче. И бац, у него нервный срыв. Он увидел, короче, просто человека, проходящего мимо. Ему просто не понравилось то, что он залез на стенку, да. И просто у этого охранника такой бф, в голове. Типа это. Ах ты падла! Ах ты падла! Сюда иди! Да стоп! Да не мешайтесь вы! Этот козел! Он не может ходить по человеку! Этот козел! Да блин! Все, отлично! Ты мне нос чуть не отрезал, дебил! Воу-воу-воу-воу-воу! Короче, ты... охрана здесь просто трэшует, походу. Так. Погоды. Погоды, а где у нас здесь сундуки? Где у нас сундучье? Я понял, где. Находится он там. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, низкий. На пару слов. Ора. На пару слов. Продолжай в том же духе. Мне не терпится. Я отрублю тебе голову. Ёбка ломане, я чувака замочил, короче. Я хотел охранника, а замочил, короче, просто прохожего. О, нифига себе! Так, нет, не пойдет, не покатится. Крайне, крайне да, слышь, возьми меч. Где у меня слабое место? Где у меня слабое место, ты никогда не узнаешь об этом. Понятно? Пять флоринов говорит за меня. Самому, короче, не это. О, у него пика, короче, да, копье. Смотри, и он этого чувака с пикой надо. Ач. Заходи сзади. Да что ты там ножичком своим вот так твиляешь? Бей давай. Контратаку проводи.
Твою мать, ты что делаешь? Что творить-то? Я вообще не понимаю. Взял что-то. Убрал сначала меч. Что засал? Ну беги, беги, расскажи своим. Там ты дурачок. Или врачам сказал. Ладно, окей. Отлично. Отлично. Ну что, друзья, на этом будем заканчивать. Вот, мы вроде как очистили карту, да, в принципе, и перья пособирали. Я думаю, что все истины, я тоже думаю, что на этой карте мы все разгадали. Вот. И останется у нас, начнем уже с фрагмента, проходить начало фрагмента следующей серии. И кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. С вами был Валерий.